У нас с вами задача какая? Обеспечить граждан продовольствием по доступной цене или обогатить тех, кто работает, как многие говорят, в свободном рынке? Нет свободного рынка. Нет. Коллеги, давайте мы нашу систему переформатируем, исходя из того, что граждан надо защитить, экономику надо развивать, свободу предоставить бизнесу, но при этом там, где сверхприбыль, государство должно реагировать на это. А там, где рост цен, государство должно защитить человека. Нам надо товары первой необходимости, детские товары, взять под контроль. Строим экономику для кого? Для людей или для обогащения за счет людей? Вот здесь базовый вопрос. Чем вызван рост цен на сахар в два раза? Если это наш продукт, и он на складах. Гречка выросла. Наш продукт и тоже на складах. Это наш продукт. Мы должны с вами взять и принять меры законодательного регулирования. Надо дополнительно внести изменения в законодательство. Нет возражений с тем, чтобы уже завтра рассмотреть поправки, которые позволят правительству влиять на рост цен, останавливать там, где цены растут необоснованно, спекулятивно, и делать все для того, чтобы защитить наших граждан.